банк 60 тысяч в год в структуре, я не знаю. Там же по итогу года берется. Там берется по итогу года. Я потом понимаю, но делится. Они же и налог не учитывают, наверное, который вот, ну... Нет, подожди. Имеется в виду, что тебе столько начисляют. Да. Никто не говорит, что ты столько получаешь вот, на руки. Абсолютно нет. Про руки здесь вообще речи не идет. Вот. И плюс, понимаешь, там за эти премии администрация получает по миллиону. Да, да, да. Ну, понимаешь, это... И у них премия не так, как у врача, там, знаешь, это на Новый год. У них премия регулярная. Платят премию в конверте. Вот, премию в конверте работают в департаменте. Да и что? А допустим. Там. Ну так, он приносит, вот вам премия 50 тысяч. Да. Вот это типа вам. Каждому по конверту раздали, хер, ну как бы. Да, да, да. Если они друг с другом не поделятся, никто не узнает, сколько у каждого в конверте лежит. У тебя была неофициальная зарплата, тебе вот так платили зарплату. Ну да. Понимаешь, в чем проблема? Они же не собираются платить больше, да? Если ты смогла с ними договориться о том, что тебе платили больше, есть смысл торговать за это? Нет, нет. Да, конечно, если мне платили больше, но вот, неофициально. А, да, они же не собираются платить больше. Сколько там? Михаил Гуцериев, человек удивительный, нормально. Судьбы. Когда-то, как писал Форбс, он мчался на...